Вчера Харцизская больница получила российскую вакцину от коронавируса. Гуманитарные поставки, призванные предупредить ожидаемую волну опасного заболевания, два вида препаратов – однокомпонентный «Спутник Лайт» и двухкомпонентный «Гамковитвак», больше известный под маркой «Спутник Ви». В республике возобновлена прививочная кампания против коронавируса. Для иммунизации граждан открыто 62 пункта. Вчера вакцину привезли и в Харцизск. Так что с сегодняшнего дня желающих получить иммунитет против опасного вируса ждут в том числе и в прививочном кабинете Центральной городской больницы. Вчера во второй половине дня мы получили вакцину. Вакцина всех видов и «Спутник Ви», и Лайт, в общем, приглашаем на активную вакцинацию. В целом, на сегодняшний день в Харцизске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости, констатируют медики. За прошлую неделю зафиксирован 51 случай заражения ОРВИ. Половина заболевших – дети. Всего один раз за минувшие 7 дней медики поставили диагноз пневмония. Так что сейчас самое подходящее время для прививки от коронавируса, поскольку осенью кашляющих и чихающих граждан будет в разы больше.